But I could be a crush, I could feel you for a rush, like hoping you text me so I could tell you I've been thinking about your touch, like touch, 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 touch. I could be a crush, 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 crush. I got a fascination with your presentation, making me feel like. Всем привет, и кто меня не знает, я Айсулу, и это канал Fancy Something. Я обожаю переделки, надеюсь, вы тоже, поэтому сегодня я покажу вам, как сделать из простой мужской рубашки стильное платье. Я полистала Instagram, вдохновилась самыми трендовыми моделями и постараюсь повторить, взяв рубашку XXL. Надеюсь, все получится. Вас ждет 3 модных лука, а 4-й ты найдешь в моем Instagram Fancy Something. Некий бонус, пасхалочка. Идея очень простая, стильная, поэтому go, ссылка на Instagram в описании. Я знаю, что среди вас много творческих, поэтому уверена, что вы оцените приложение Амина. Это такая тихая гавань, где люди собираются в сообщество по интересам. Их называют Амина и делятся своим творчеством, дают советы, участвуют в викторинах, опросах и так далее. К примеру, вы знаете мои коллекции блокнотиков. Все любят блокнотики. И я даже состою в сообществе Bullet Journal. Это мой, с ананасиками. В этом сообществе так много полезной информации. Вы знаете, для чего эти точки в блокноте? Как его заполнять? Там ребята все показывают, делятся советами, идеями. Они очень милые, правда. И подача информации очень удобная. Вот, к примеру, несколько вдохновлялок для заполнения. Классно, да? Я тоже решила проявить активность в сообществе и создала опрос с топом моих любимых ежедневников. Там, правда, собраны все блокноты, которые я хочу в свою коллекцию. Буду очень рада, если вы посмотрите, какую подборку сделала я. Я ведь тоже создаю блокнот, и мне интересно, что в вашем вкусе. Это моя страничка в Амина, подписывайтесь. Всех жду там, слежу за опросом. И ссылку на приложение Амина я оставила в описании под видео. Ну а нам пора приступать, уже не терпится. Поехали! Начнем с первой рубашки. Запомните ее такой. У этой рубашки отличная ткань, похожая на лен. Самое то в жаркую погоду. Для начала давайте снимем мерки и определим, где у нас находится талия. Вот тут. Для наглядности я повязала нитку. Вырез у платья будет V-образный, поэтому определите расстояние от лямки до талии. Это будет самая высшая точка выреза. Теперь определим самую низкую точку выреза. Она будет примерно вот здесь, на ваш вкус. Насколько глубокое будет декольте. Ну и, конечно же, возьмите мерки обхвата талии. Они нам пригодятся. Если у рубашки есть карманы, то нужно от них избавиться. Их нужно распороть и убрать нитки. Начиная от самой верхней пуговицы рубашки, вниз отмерим самую низкую точку декольте. Ну, помните, у меня это было 19 сантиметров, значит, вот здесь у нас находится талия. Нужно наметить, какая будет ширина талии. Для этого поделите обхват талии пополам, плюс 2 сантиметра. В дальнейшем вы поймете, для чего мы это сделали. От талии вверх проведем 18 сантиметров. Именно отсюда у нас будет начинаться пройма, ну, место для подмышек. От пуговичек я отмерила по 11 сантиметров. Именно на этом расстоянии будут находиться лямочки. Эту отметку я высчитала на свой вкус. Теперь соединяем эти метки вместе, и у нас начинает вырисовываться топ. Края самых высших точек декольте можно немного сгладить, чтобы они не были слишком острыми. Теперь от всех намеченных линий нужно отступить примерно по 2 сантиметра с каждой стороны на швы и вырезаем. Да, понимаю, это страшно, но у нас все получится. Вот здесь мешается пуговица. Я ее отрезаю. Та-дам! Мы сделали это. Как вам мой новый топ? Нравится? Сейчас мы продолжим работу с верхней частью. Как говорила ранее, вырезаем деталь с припусками на швы по 2 сантиметра. И вот что у нас получилось. Две детали. Лицевую сторону с пуговицами пока уберем. И поработаем над спинкой. От талии вверх проведите 18 сантиметров. Это метка нашей проймы. Место для подмышек, помните? Не забудьте то, что мы делали 2 сантиметра припуска. Итого 2. 20. Ставим метку с двух сторон, проводим линию для удобства и вырезаем, оставляя 2 сантиметра припуска на швы сверху. И да, мы сделали это! У нас получились две детали для топа. Сложите их вместе лицевой стороной друг к другу, вот таким образом, и сшиваем по бокам. Боковушки сшили, теперь нужно сделать выточки. Эти штуки нужны для того, чтобы ваш топ сидел по фигуре. Ваша грудь объемная и она создает складки. Именно эти складки мы и подошьем. По уровню места, где находятся лямки, проведем линию вниз. От талии вверх отмерьте примерно 12 сантиметров. Снизу оставьте метки по 1 сантиметру с каждой стороны от линии. Соедините эти три точки вместе. Должен образоваться треугольник.
сосулька. Поздравляю, вы научились делать выточки. Согните ткань вот таким образом, закалите булавкой на пике и на основании. Видите, получился треугольник. Эту линию нужно прострочить. Вуаля, готово. У нас должно получиться 4 выточки на спине и на груди. Теперь все края топа нужно подогнуть в 2 раза и прострочить на швейной машинке. Закалите все булавками, чтобы ничего не соскочило, а швы нам нужны ровные. И вот что у меня получилось. Да, согласна, не идеально. Повторюсь, я любитель, но мне нравится, это максимум моих способностей. Теперь нужно сделать лямочки. Для этого мы возьмем рукав и из него вырежем полосочку шириной в 2 сантиметра. Лямочку я вырезала максимально длинную, насколько это позволяет рукав. Лучше всего это сделать с запасом. Мало ли что произойдет. Вырезаем полосочку. У нас получилась вот такая. Теперь сгибаем края полоски к центру и еще раз сгибаем пополам. Осталось прострочить край, и вот такая лямочка-бретелька у меня получилась. Надеваем топ и прикладываем бретельку к высшей точке выреза. Закалите булавкой и пришейте вручную либо на швейной машинке. Вот и все, топ полностью готов. Теперь осталось пришить к нему юбку. Помните эту оставшуюся часть от рубашки? Вот она нам пригодится. Для начала расстегните все пуговицы и широким швом прострочите верхний край. Прострочили, у вас должна получиться вот такая деталь. И теперь схватитесь за одну ниточку и потяните ткань. У вас должны получиться вот такие складочки. Растяните их по всей окружности юбки. Теперь возьмите топ и вот таким образом приложите к юбке лицевой стороной друг к другу и закалите начало топа с началом юбки, там где находятся пуговицы, а также боковой шов топа с боковым швом юбки. Прострочите на швейной машинке и готово. Вот в этом месте у нас образовался шов, и с этого места пуговицу нам пришлось отрезать. Без нее никак, иначе животик будет видно. Пришиваем пуговицу, делаем петельку, ее можно сделать на любой швейной машине, и наше прекрасное, летящее, романтичное летнее платье готово! А следующая рубашка у нас вот такого типа, с голубыми полосками. Обожаю полоски. В общем, очень летняя и свежая. Из нее мы сделаем комплект. Топ и юбка. Сначала возьмемся за юбку. У меня в шкафу лежала вот такая юбка А-силуэта. Кстати, ее я покупала на Алике, ссылка в правом верхнем углу. Эту юбку мы возьмем за основу. Нам нужна такая же форма. Приложим юбку к рубашке, к самой верхней пуговице и ровненько разложим на поверхности. Сверху отступите 2-3 сантиметра, насколько это возможно. Это расстояние пойдет на пояс. Теперь по силуэту юбки прочертите линии и не забудьте отступать 2 сантиметра. Сантиметра на припуске на швы. Никогда не забывайте это делать. Делаем так и с другой стороны. После того, как вы закончите, обязательно сверьте метки, чтобы они были одинаковые. Все-таки совсем на глаз это делать не стоит. Ну вот и все, наша выкройка юбки готова. Но на спинке рубашки есть выточки. В дальнейшем они нам могут помешать, они нам обязательно помешают. Поэтому ткань нужно немного надрезать, чтобы выточка выровнялась. Та-дам! Как будто бы ничего и не было. Ну вот и все, начинаем вырезать. Так как юбка будет длинная, она заняла практически всю рубашку. Кстати, у рубашки есть кармашек, я решила его оставить. У нас будет юбочка с кармашком. Почему бы и нет? Вот здесь повнимательнее. Когда мы дошли до линии талии, то расстояние, что мы делали с припуском на 2-3 сантиметра, нужно вырезать немножечко под углом. Этот край мы будем подгибать вовнутрь. И да, наверное, по технологии шитья это не совсем правильно. Но ткани у нас катастрофически мало, поэтому я придумала вот такой способ. Кстати, я все еще ношу эту юбку, и все окей, пояс отличный. Ну все, вырезали. Теперь сложите две детали лицевой стороной друг к другу и прошейте боковые края. Сделайте маленькие насечки на талии, сложите пояс и прострочите вот в этом месте. По краю. И вот такая юбка у нас получилась. Выглядит круто, аккуратно, но это
еще не все. Будем шить топ. Для этого отрежьте рукава близко к краю шва, и у вас должны получиться вот такие две детали. Переворачиваем и складываем вот таким образом. Один рукав выверните наизнанку и через него просуньте второй рукав. Высшую точку рукава соедините с низкой точкой второго рукава и аналогично с другой стороны. Заколите все булавками, чтобы ничего не сдвинулось, и прошейте на швейной машинке. Да, шить неудобно, но возможно. Нужно прострочить по этому краю. Вот и все, мы закончили. И у нас получился вот такой симпатичный шов. Его можно прогладить утюгом, и все выровняется. После того, как мы вырезали юбку, я собрала остатки ткани с боковушек и из них сделала бретельки. Пришейте их к топу, и наш комплект из юбки топа готов. Кстати, края топа вы можете засунуть в лиф. Но если вам нравится такой элемент декора, можете оставить и так. Мне кажется, в этом что-то есть. Некий намек, что я сделала это платье из рубашки, алло. В общем, я очень рада результату. Ну а теперь мы возьмемся за последний образ, и он будет сделан из вот такой яркой клетчатой рубашки. Кстати, эти рубашки я купила на распродажах, и там везде есть XXL размер. Вот всегда бы тогда. Короче, цвет огонь, приступаем к шитью. Мы имеем вот такую рубашку, у которой на спине есть выточки. Да, это зауженная рубашка, кто бы мог подумать, да? Нам никакие выточки не нужны, поэтому их нужно распороть. И вот, как вы видите, ткань разгладилась. Чуть позже я еще и утюгом прошлась, чтоб наверняка. Теперь просто вырежем эту область, чтобы рукава нам не мешались, и у нас было чистое полотно ткани. Готово! Теперь отрежем карман, он нам будет мешаться. И таким же образом вырезаем вторую деталь рубашки. Рукава пока уберем, но позже они нам понадобятся. Спинку рубашки складываем пополам, сверху отступаем 2 сантиметра вниз и проводим линию длиной 12 сантиметров. От этой линии вниз проводим 25 сантиметров. Здесь у нас находится талия. Проводим прямую линию. Изначально я думала, что платье будет широкое, поэтому на глаз я провела диагональную линию. По этой линии от талии вверх мы ставим отметку 7 сантиметров. Это место для проймы, для подмышки, ну вы помните. Теперь соединяем эти две точки вместе. И в общем-то все, мы нарисовали выкройку. Теперь осталось только вырезать с припусками на швы 2 сантиметра. Если ткани маловато, можно и полтора. Готово! Вот такая деталь у нас получилась. Пока уберем и возьмемся за спинку. Я хочу избавиться от этой линии с пуговицами, поэтому складываем две детали лицевой стороной друг к другу и прострочим вот в этом месте. Та-дам! Вот так выглядит лицевая сторона спинки. Складываем деталь вдоль пополам. Берем первую деталь, тоже складываем пополам. Находим метку для проймы и на этом месте складываем первую деталь и проводим линию на второй. Вырезаем, и у нас получились вот такие две детали. Это лицевая сторона, это спинка. Та, что с пуговицами, помните? Складываем их лицевой стороной друг к другу, прошиваем боковушки на швейной машинке и подгибаем все открытые края. Вот что у меня получилось. Вроде бы смотрится аккуратно. Теперь нужно сделать бретельки. Их я вырезала из рукава. Экономьте ткань и вырезайте полосочку чуть ниже. Делаем бретельки по тому же принципу, что и в первом платье. Пришиваем их спереди и сзади. И только на этом моменте я поняла, что платье слишком широкое. Вообще изначально оно таким и предполагалось, но это слишком. Поэтому я решила немного заузить платье и прострочила вот в этих местах. Ненужное я вырезала и оставила вот такие ушки. Их я загнула к спинке и немного прострочила, чтоб держались. Но совет, не зауживайте слишком сильно. Рубашечная ткань тонкая и будет подчеркивать все недостатки фигуры. Поэтому без фанатизма. И теперь платье стало по фигуре. Нижний край юбки я отрезала по прямой. На этом месте мы пришьем рюшечки, так как платье слишком короткое. Я взяла два рукава и разрезала по шву, тем самым раскрыла их. Возьмите один рукав и отрежьте боковушки, чтобы у нас получилась прямоугольная ткань, без каких-либо сгибов.
Теперь складываем рукав вдоль, пополам и разрезаем посередине. У нас получились вот такие две детали. Повторюсь, надо избавиться от всех сгибов, поэтому отрезаем края. Первая деталь готова. Отрезаем верхушку второй детали. И, как видите, у нас есть манжет. Он нам мешает, его нужно отрезать. Вуаля! Эти детали мы сшиваем вместе. И то же самое аналогично делаем со вторым рукавом. Сшиваем все эти кусочки вместе, и у вас должна получиться труба. Вот такая. Теперь верхний край трубы нужно присборить, сделать миленькие пушистые складочки и пришить все это дело к платью. Приложите две детали лицевой стороной друг к другу и прошейте край. И вот и все, наше третье платье готово. Как вам? Нравится? Мне кажется, что фасон, принт невероятно сочетаются. Теперь это стало одно из самых моих любимых платьев. Оно очень удобное и комфортное. Ура! Я так рада! У меня появились обновки! Как вам? Какое платье вам понравилось больше всего и вообще нравится ли идея с трансформацией вещей? Если хотите еще, то поставьте лайк и напишите в комментариях. Я правда читаю комментарии и слежу за вашим мнением. И не забудьте посмотреть мое бонусное видео в Instagram. Да, это не самые простые DIY, для этого желательно иметь швейную машинку, но когда-то такие видео вдохновили меня на шитье. Поэтому надеюсь, что это видео вдохновит вас. Если ты здесь впервые, то подписывайся на мой канал Face Something, а также у меня есть второй канал Айсулу Нуртаева. Там я крашусь, болтаю, провожу различные челленджи. Это новое видео с моего второго канала, а это видео рекомендует тебе YouTube. Оно тебе обязательно понравится, кликай сюда. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!